Всем привет, продолжаю просматривать картины. Сходка у Шарки, Джордж Беллоуз. Литография 47/60, 1917 год. Данную литографию художник-реалист Джордж Беллоуз сделал по своей самой известной одноименной работе. Он прославился в произведении о быте простых американцев, жителей больших городов. Здесь запечатлен бой между боксерами. Этот нелегальный поединок происходит в клубе у Шарки. Заведение, где собиралась далеко не почтенная публика того времени, находилось по соседству с мастерской художника на Бродвее. В подобных клубах частенько случались сходки разного рода гангстеров и праздных жителей Нью-Йорка. Несмотря на явно криминальную и не самую возвышенную тему, композиция литографии построена очень классично. Беллоуз делит ее на три части. Нижний край отдан под фризообразное изображение публики, которое похоже на древнегреческий рельеф. Головы и плечи исполнены силуэтом для более удобного и ясного обзора. Самую большую часть пространства занимают три фигуры в мощном движении. Композиция построена по классическому принципу пирамиды. Лучше всего освещено и боксер в центре. Его поза живописна, незаметно для себя глаз зрителя схватывает диагонали. Сплошной черный цвет задней стены помещения играет роль контрастного фона. Горизонтальные канаты ринга служат для равновесия главными героями. Художник также представляет социальные типы зрителей. На первом плане низы общества в глубине сцены, как бы символически спрятавшись в темноту, респектабельные буржуа и бизнесмены. Ну вот такое описание к работе Джорджа Беллоуза «Сходка у Шарки» я нашел в интернете, и я пользовался изданием «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.